Размеренные горды, шаг, кроссы изношенные. Пусть эта планета сотрясается под их подошвой. Греется плеер на кармане, ядерный реактор. Чистая энергия в голову, разрывные такты. Из-под кепки пацана, взгляд самца, мужчины в уши через провода, свежайшая репчи. Повостный властный голос откроет тайны. В 15-м районе уже чувствуешь себя хозяином. Знаешь теперь, куда идти за самой пущей дрянью. Ведь без нее нет жизни, ни славы, ни признания. Каждому в 15 хочется всего и сразу. Выхвати по максимуму, вколачивай до отказа. Вот и респект цветами, подарки именные. Два табурета возле подъезда, друзья и родные. Этим из плеера хотя бы во сне покажись. Скажи, я теперь тоже доигрался в реальную жизнь. Вспышки, я вдыхаю дым. Это мой способ стать ближе к Всевышнему, ближе к Всевышнему. Хочу, чтобы каждую ночь ты до рассвета не мог встать. Видел над собой его почерневшую мать. Как она кричит, мечется от угла до двери. Я не хочу больше жить, лучше меня забери. Чтобы ты слышал его голос у себя в голове. Чтобы он спрашивал, а ты держал ответ. Как оно новое утро, как там дела у ребят. Блин, как же я хотел быть похожим на тебя. С голосами из наушников, горячими, пылкими. На движняк нехилый, с капюшонами на затылках. Выходит армия в темноте, ветра, вихрь. Они давно научились мутить по-тихому. В городе пожар, подачу кумиру не спится. Ему его же вернется ножами в поясницу. И синька или передея напрямую связаны с каждым словом из динамиков тобой сказанным. Маэстро, заклей свою текущую флягу, забывшую о правде за забористым затягом. Оставь автограф, уда ты на могильных плитах. Вы с ними словитесь, когда ты сам откинешь копыта. Расслабляй кайф, музыкой снимай с измены. Харкай в лицо каждому качающему у сцены. Укажи путь и басом забивай уши. Ты несешь смерть и вскоре будешь потушен. Хочу, чтобы каждую ночь ты до рассвета не мог встать. Видел над собой его почерневшую мать. Как она кричит, мечется от угла до двери. Я не хочу больше жить, лучше меня забери. Чтобы ты слышал его голос у себя в голове. Чтоб он спрашивал, а ты держал ответ. Как оно новое утро, как там дела у ребят. Блин, как же я хотел быть похожим на тебя. А это кто? Кто-то из грота. Сколько времени занимает этот, собственно говоря, речевой тренинг? Это не так-то просто. Одно дело, когда идет плавная минорная или мажорная музыка мелодичная, и когда слова сами по себе ложатся на мелодии. Но здесь это, собственно говоря, это открытый рэп. Это очень непросто. Да, очень непросто. Сколько нужно тренироваться, чтобы быть чеканным в этом моменте? Ну, если, допустим, взять, к примеру, группу Грот, у них такая особенность, они могут прочитать 10 строчек на одном дыхании. И это занимает очень много времени по тренировке. То, что воздуха реально не хватает.